полполтинник 1786 года. СПБ ЯА. Монета времен правления Екатерины II. Каталожный номер по битнику 340, по конросу 131/13. Буквы СПБ ЯА. Монетный двор Санкт-Петербургский. Металл серебро. Проба 750. Масса 5,97 грамма. Диаметр 24 мм. Под лапами орла инициалы Минцмейстера. ЯА. Яков Афанасьев. Полполтинник, или другими словами 25 копеек. Российская серебряная монета, равная 25 копеекам. Половина полтины. Впервые отчеканена в 1654 году на четвертинках европейских талеров и была неполноценной монетой, так как по курсу серебра стоило всего 16 копеек. Регулярный чекан полноценных серебряных полполтинников начался только в 1701 году и продолжался с перерывами до 1810 года. С 1827 года монета стала называться 25 копеек. Изменение названия связано с тем, что предлагавшийся пробный полуполтинник 1827 года имел оформление, схожее с ходившей тогда золотой 5-рублевой монетой. Кстати, на данный момент самой дорогой российской монетой является именно этот пробный серебряный полуполтинник, отчеканенный в 1827 году. Цена определилась 14 октября 2013 года на аукционе в швейцарском Цюрихе и составила 2,6 миллиона долларов. На тот момент 83,5 миллиона рублей. Поэтому из опасения возможных подделок для обращения была утверждена монета с новым названием и иным внешним оформлением. Опасение было не напрасным. Когда с 1886 года оформление 25-копеечника стало вновь одинаковым с золотыми монетами, такие подделки появились в реальности. Последний 25-копеечник для обращения был отчеканен в 1900 году. В советское время был отчеканен один пробный 25-копеечник в 1955 году, но в обращение этот номинал так и не попал.